Я сейчас нахожусь в городской поликлинике и жду у свою очередь. Это съемка в 4К, тестовая. Здравствуйте, друзья. Я сейчас нахожусь в городской поликлинике и жду у свою очередь. Мне нужно узнать, к какому участку относится мой адрес, потому что давно не посещал. Вот, на входе стоит, смотрите, рамка, и сотрудник поликлиники измеряет температуру, и, конечно, все должны быть в масках. Я сейчас тоже в маске. Здесь у нас регистратура. Ну и здесь вот еще какие-то получить дополнительную информацию, но мне эту дополнительную информацию не дали. Вот, к сожалению, почему-то сказали в регистратуре узнавать. Ну ладно. Вот такие дела. Здравствуйте, дорогие друзья, это Анапа. Сегодня 24 сентября 2020 года. Я нахожусь на площади Свято-Осиевской в Анапе, возле центрального фонтана и городской администрации. Это съемка в 4К, тестовая, смартфоном Xiaomi Redmi 8T. Ну, можете оценить ее качество. Приобрел я этот смартфон недавно, так что вот пока еще он у меня тестируется. Погода сегодня замечательная, посмотрите, какое голубое небо, безоблачное, солнце светит, все замечательно, и лето в Анапе продолжается. Кому понравилось это видео, друзья мои, поставьте свои лайки, подписывайтесь на канал и смотрите новые мои видео. Пока!